Высокий гость на дне рождения города. В парке Центрального района встречают первого заместителя председателя Совета Федерации. Андрей Турчак общается с барнаульцами, посещает национальную деревню. Но главная миссия сейчас – отправить гуманитарную помощь жителям Донбасса. В этой фуре 20 тонн груза. Организовать отправку помогли в алтайском отделении партии «Единая Россия». «Единороссы» открыли уже более 40 гуманитарных центров в ЛНР, ДНР, Мариуполе, Харьковской и Запорожской областях. На сегодняшний день более 13 тысяч тонн гуманитарного груза пересекло границу Российской Федерации, и через гуманитарные центры «Единой России» эта помощь направляется непосредственно людям. Это продукты питания, это предметы первой необходимости, это строительные материалы, это медикаменты. Все это помогает собирать тысячи жителей Алтайского края, и бизнесмены, и просто неравнодушные люди. При непосредственном нашем участии мы отправили также большой груз для ребятишек Славяно-Сербского района, которые пойдут в школу со всеми письменными принадлежностями. И буквально недавно 20 тонн груза продовольствия также отправлено в Славяно-Сербский район Алтайским региональным отделением партии «Единая Россия». И я скажу, что мы на этом не заканчиваем. Пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить и предприниматели, о чем вы сказали, и разные слои населения. Ну, а в принципе, это всех барнаульцам. Всем спасибо большое за оказание этой помощи в этой такой, ну, нужной миссии на сегодня. Добавим, что за время спецоперации Алтайский край отправил более 174 тонн гуманитарного груза в Новороссию. Анна Рашагирова, Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.